Ежедневно площадку детско-юношеской спортшколы номер 10 посещают больше полусотни ребят. В этот раз им предложили не просто поиграть в баскетбол или футбол, а проверить свое здоровье. Школьники узнали свой вес и рост, артериальное давление и реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку при помощи индекса Руфье, так называется тест на приседание. Все это сказывается на быстроте восстановления после спортивных упражнений. Родители получили рекомендации медработников краевой больницы номер 4 по вопросам восстановления после напряженных нагрузок, росту и физическому развитию. Я думаю, что это мероприятие должно стать традиционным, и те тесты, которые мы применяем сегодня, их можно применять в формате любого спортивного мероприятия. Но раз девиз площадки «Энергия лета, энергия здоровья», то ребятам предложили потратить свою энергию с удовольствием. Кроме тестов на гибкость и прыгучесть, аниматоры подготовили веселые старты. Огромные ласты, надувные ботинки, штаны на троих и гусеничный ход – это лишь некоторые из этапов эстафеты. По ее итогам все участники получили грамоты и приятные сувениры.